Банк России объявил о сокращениях. ЦБ РФ в рамках реформы банковского надзора сократит 40% сотрудников этого блока, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление зампреда регулятора Ольги Поляковой. Ориентировочно было порядка 2-5 тысячи человек, а остается порядка 1-3 тысячи, сказала она, уточнив, что сокращения коснутся сотрудников региональных подразделений. После реформы останутся три основных подразделения – департаменты банковского надзора и надзора за системно значимыми кредитными организациями, а также служба текущего банковского надзора. Процесс централизации дистанционного банковского надзора начали 1 марта 2017 года. ЦБ планирует создать службу текущего банковского надзора, которая получит функции территориальных учреждений регулятора. Реформа проводится поэтапно, ее завершат в 2018 году. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.